Загибать пальцы фамилии. У меня так получилось, что не было вообще вот одного какого-то персонального учителя, перед которым мне бы хотелось там преклонить колено. Ну так получилось. Но зато есть очень много людей, перед которыми я просто готов на колени встать. Их много, они очень сильно повлияли на меня. И вот многие из них это знают, я действительно очень благодарен. Я действительно в восхищении.